находимся возле раскопок древнегреческого города Гаргипия, который находился здесь 2500 лет назад. Вызвать эмоции, а еще важнее вопрос. Явный признак гида высокого класса, говорит Елена Машунина. Ее профессия сложная, но безумно веселая и интересная. Тут нужны и харизма, и актерское мастерство, и жесткий диск с Википедией в голове. После ее экскурсии, она уверена, путешественник возвращается домой с багажом новых знаний. Ведь Елена – лучший экскурсовод края. В наших библиотеках, в наших архивах выискиваем самую интересную информацию, чтобы порадовать туристов и доставить им большое удовольствие. Оказаться в чужом городе или стране с человеком, знающим, удача. Хороший экскурсовод с головой погружает путешественника в историю. Именно он умело расскажет об интересных фактах, вспомнит легенды о зданиях, улицах или городах. В первую очередь экскурсовод должен любить свою малую родину. Ведь как рассказать красиво об этом городе, если ты в него не влюблен? Елена виртуозно владеет даром импровизации. Как будто все, о чем рассказывает, только что в голову пришло. Ты испытываешь счастье и радости, что ты находишься, как говорится, на сцене. Поэтому зачастую еще очень важно, чтобы экскурсовод имел артистические способности. Работа экскурсовода очень важна в развитии туризма в стране. Интересная и увлекательная экскурсия оставит у гостей положительные впечатления и теплые отзывы. Когда выбирала профессию, выбрала именно профессию экскурсовода. Вы знаете, ни дня об этом не пожалела, потому что каждый год с нашим туристом, нашим русским туристом, я открываю Анапу, скорее всего, с новой стороны. В нашем городе экскурсии особенно актуальны. От гида гости узнают о множестве исторических достопримечательностей. И побывав в Анапе раз, им захочется приехать сюда снова и снова.